Здравствуйте. Вы смотрите «Диалог». Сегодня мы будем говорить о деятельности областного объединения «Инвалиды-спинальники». Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь к нам. Геннадий Григорьевич Золотарев, председатель Гомельского областного общественного объединения «Инвалиды-спинальники». Родился в 1954 году в Калинковичском районе. В 1973 окончил Гомельский машиностроительный техникум, проходил службу в военно-морском флоте. В 1981 году получил высшее образование в Белорусском институте инженеров железнодорожного транспорта. Первое место работы – вычислительный центр управления статистики. На протяжении 10 лет работал в Гомельском облсполкоме. Занимал должности заместителя заведующего общим отделом и заведующего отделом материально-технического обеспечения. В 1994 году получил травму и первую группу инвалидности, но активную жизнь не оставил. В марте 1997 года Геннадий Золотарев возглавил общественное объединение инвалидов-спинальников, создал частное предприятие, которое предоставило рабочие места инвалидам-колясочникам. На вопросы, которые касаются деятельности областного общественного объединения инвалидов-спинальников, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона 77 68 45. Здравствуйте, Геннадий Григорьевич. Здравствуйте, Ольга. Спасибо, что нашли время приехать к нам сегодня. Спасибо и вам. Геннадий Григорьевич, областное объединение было создано почти 20 лет назад, первым в нашей стране. И эти 20 лет вы являетесь примером силы духа и воли не только для инвалидов, но и для нас всех. А что вам помогает, кто поддерживает вас? Да, наша вот организация была создана буквально уже почти 20 лет. В марте 2017 года мы будем отмечать свой юбилей. Это было первое в Республике Беларусь. Организация создана инвалидами-колясочниками, людьми с травмами позвоночника. Создавалась организация эта десятью парализованными людьми в инвалидных колясках, с которыми мы вместе проходили лечение и в Минске, в институте травматологии, и здесь у нас в Гомельской областной больнице в отделении нейрохирургии. И вот эти первые 10 человек пришли к общему мнению, что, попав в такую сложную жизненную ситуацию, нам нужно держаться вместе, чтобы решать как-то свои проблемы. Ну и поэтому появилась вот такая идея, и она была реализована вот в марте 1997 года, и с тех пор наша организация успешно существует. И у вас огромное количество дел и хлопот. Как вам это удается? Да, дел много, и хлопот, и проблем, которыми приходится заниматься. Но с самого начала мы понимали, что все наши проблемы мы не сможем решить сами. И нам нужны, конечно, идейные помощники среди здоровых людей. И поэтому такие люди у нас появились. И я хотел бы в первую очередь сказать, конечно, что среди них вот была моя супруга Светлана Федоровна, которая, без которой, конечно, я бы в свое время не взял бы на себя решимости взвалить на себя такой воз ответственности. Понимал бы, что я просто с ними не справлюсь ввиду своего физического положения. Она меня в этом вопросе поддержала, не только меня, но понимая проблемы этих людей, что всех людей. И вот в течение 20 лет занимается вместе с нами нашими проблемами. И нам, конечно, еще повезло в том, что нашей организации, что на протяжении этих лет у нас всегда было то ядро, вокруг которого все сплачивались. Ядро из людей, которые преданы этому делу, которые сами решили какие-то проблемы и готовы помогать более слабым и нуждающимся людям как-то реабилитировать себя и адаптировать жизнь общества. Надеюсь, что сегодня максимальное число людей, у которых есть похожие проблемы, похожая жизненная ситуация, нас увидят и присоединиться к вам. Да. Геннадий Григорьевич, вообще,
Сегодня в инвалидных колясках в области около 3000 человек. Это много. Для того, чтобы каждого знать в лицо, знать по фамилии, знать историю жизни. Стараетесь ли вы всех объединить или такой цели не стоит? Вот как в организацию приходят люди? Да, на сегодняшний день у нас пока нету такой официальной статистики о таких людях. Потому что в официальной статистике есть только люди или инвалиды по общему заболеванию. А как-то выделить с них вот инвалидов-колясочников очень сложно. Но таких людей на сегодняшний день, по нашим подсчетам и вместе с комитетом по труду, 3500. Ну, колеблется плюс-минус немного число. Но это не все члены нашей организации. Конечно. Просто как результат инвалидная коляска, но что привело человека в это состояние, это были или травмы позвоночника, или, допустим, инфаркт, инсульт, рассеянный склероз, или вот дети ДЦП, или ампутанты, или другие какие-то заболевания, которые привели нас в инвалидную коляску. Поэтому мы занимаемся, членами нашей организации являются люди с травмами и заболеваниями позвоночника. Это в соответствии с нашим уставом. Вот. И мы занимаемся проблемами таких людей. Но у нас есть и общие проблемы для людей в колясках. Это условия безбарьерной среды. Это медицинская, социальная, физическая, трудовая реабилитация таких людей и адаптация их в общество. Поэтому мы занимаемся и не только конкретно решением каких-то проблем конкретного человека, но и проблемы целой категории наших граждан. Геннадий Григорьевич, вы ждете, когда человек сам обратится за помощью, или вы делаете первый шаг, когда узнаете о такой ситуации и встречаетесь с семьей, с самим человеком? Ну, мы и люди сами к нам обращаются, но мы не ждем, что к нам кто-то первый обратится. У нас налажена система вот первого контакта. То есть мы плотно и давно уже работаем с отделением нейрохирургии областной клинической больницы, где делаются операции таким людям. И второе, у нас уже вот с 2008 года на базе Гомельского областного клинического госпиталя открыто отделение медицинской реабилитации для людей с травмами позвоночника. И мы тоже, там наши инструктора-колясочники работают с такими пациентами и налаживают первый контакт, и потом, общаясь с ними, и находят общие вопросы, и люди тогда или вступают в нашу организацию, или, по крайней мере, мы имеем с ними контакт постоянно и решаем какие-то их вопросы. Геннадий Григорьевич, о том, как живут в регионе инвалиды-колясочники, у нас подготовлен сюжет. Давайте посмотрим. Тот день гомельчанин Александр Тимофеев запомнил навсегда. По сути, глупый подростковый спор с другом, прыжок с пешеходного моста в реку, сильный удар о воду и инвалидность на всю оставшуюся жизнь. В коляске Александр уже 12-й год. Нельзя сказать, что сегодня его дни ограничены четырьмя стенами. Александр Тимофеев – действующий чемпион Беларуси по танцам на коляске. Кроме того, в его коллекции медали за победы в соревнованиях по армрестлингу, баскетболу и теннису. За счет бюджета специально для Александра установили подъемник, благодаря чему он может без особых проблем выходить на улицу. Недавно молодой человек окончил курсы для инвалидов и получил профессию обувщика. В планах регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Хотя пока реализовать их достаточно сложно. Конкуренция большая, а клиентов не так уж и много. Хотя выход все-таки есть. Нет перспективы открывать какое-то что-то новое. Проще устроиться к кому-то на работу, набить руку даже свою, мастерство какое-то перенять у мастера. Вот. И потом, может быть, со временем и открывать свое ИП, потому что сразу открыть свое ИП – это очень нерентабельно, не будет практически никакого дохода. И клиентуру надо будет набить, и руку, и чтобы люди потянулись ко мне, это надо делать все качественно, и чтобы оно не порвалось через два дня.
Вопрос трудоустройства для инвалидов-колясочников сегодня среди основных. Прожить на одну пенсию достаточно сложно, особенно если ты еще и семейный человек. Игорь Закреевский травму получил в последние дни службы в советской армии. Говорит, что депрессия продолжалась несколько лет, однако ему повезло. Встретил девушку, которая стала его женой. После армии женился, и ребенок у меня, вот сейчас вот уже в университете учится, с Кариной на иностранных языках, ну. Вот в этом году поступил, так что это вот самое мое достижение, как бы так сказать, что мы родили ребенка, что воспитали. Вот. Сегодня в Гомельской области проживает более 3000 инвалидов-колясочников. Кто-то получил этот статус после инсульта, кто-то после инфаркта. Членами областного общественного объединения инвалидов-спинальников стали люди, утратившие трудоспособность в результате полученных травм. О нюансах трудоустройства здесь знают все. Говорят, что в прошлом году для колясочников в Гомельской области создали всего несколько рабочих мест. Многие наниматели отказываются от их услуг под любым предлогом. А колясочник где он может работать? Он может за столом где-то работать, да, и с компьютером работать. Ну, что он еще может сделать? Ну, что-то там, какие-то поделки делать, и все. На высоту его не посадишь, никуда его не посадишь. Да, на Западе люди работают и таксистами, и учителями, и на складах работают, на транспортерах всевозможных. Даже один, вон, по-моему, где-то в Канаде, лес рубит, работает на тракторе, но там все, как говорится, компьютеризировано и все остальное. Но это его работа, понимаете? А у нас даже таксистом нельзя работать, потому что он инвалид первой группы. У него ручное управление стоит. Тут еще проблема такая. Вот все вот эти вот рабочие места, они идут по программе адаптации инвалидов. Это год поработал инвалид и опять ушел. Следующего, а так постоянного места работы. Самый лучший вариант – это мама, папа, дядя, тетя. Личный контакт. И тебя где-то на фирму пристроят. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях председатель областного общественного объединения «Инвалиды-спинальники» Геннадий Золотарев. Геннадий Григорьевич, мы видели в сюжете очень конструктивные примеры. Но ведь так бывает, к сожалению, далеко не всегда. Вы можете примерно оценить, какая часть инвалидов-колясочников решает не отказываться от активной жизни, от учебы, от работы, от своих увлечений, а какая часть, к сожалению, ну, не находит в себе сил справиться, или семья недостаточно поддерживает, или просто нет рядом таких людей, которые могли бы помочь, и оказывается запертыми в четырех стенах. Ну, вы, Ольга, задали довольно сложный вопрос. Каким критерием можно оценить, насколько человек остался активный в жизни или нет? Вот если взять пример, допустим, человек уже в течение почти 20 лет после травмы живет на четвертом этаже в пятиэтажном доме, не имеет возможности выхода на улицу, но... Он пишет стихи, то есть занимается любимым делом, что-то делает еще в доме. Там. Его эта жизнь, ну, в принципе, удовлетворяет. Как оценить, вот, какую позицию он занимает? Или, может быть, человек все-таки да, достиг каких-то результатов высоких, или спортивных, или трудовых, или еще в какой-то области жизни. И это явно выражено, и тогда мы можем оценить. Поэтому это такое субъективное, может быть, мнение или оценка. Тут главное, наверное, в этом вопросе, как государство будет относиться к таким людям. Необходимо в первую очередь, я считаю, что люди делятся на две категории. Активные, которые в любой жизненной ситуации найдут выход и найдут свое место под солнцем, добьются необходимых или желаемых результатов. Они сделают все. И у нас такие примеры есть, и вот которые даже сюжеты показывали, ребята, они вполне самодостаточные люди. И они были бы такими в любой жизненной ситуации. Да. А есть и достаточно большое количество это людей, которые более пассивные, которым необходима какая-то внешняя помощь. Да. Помощь или родственникам,
чтобы стимулировали как-то это его сознание вот это, в этом вопросе, или общество, или государство. И вот поэтому тут необходимо создавать такие условия. А что вы ставите главной задачей работы организации? Ну, на протяжении всех 20 лет, без малого 20 лет, мы всегда решали и решаем одну такую триединую задачу. Это первое, это создание условий безбарьерной среды для таких людей. Второе, это реабилитация инвалидов-колясочников, медицинская, социальная, психологическая, физическая через физкультуру и спорт, и трудовая реабилитация и адаптация их в общество. И третье – это налаживание партнерских отношений с государственными структурами и адаптация общества к живущим в нем инвалидам. Мы понимали всегда с самого начала, что все эти большие проблемы мы самостоятельно или в узком кругу никогда не решим для себя, без поддержки государства. И вот в течение этих лет мы всеми этими проблемами занимались, и я считаю, что на сегодняшний день у нас хорошие результаты, и мы вполне можем сказать, что такие партнерские отношения налажены с государством по проблемам инвалидов, и мы вместе пытаемся их решать. Ну, я надеюсь, что мы еще более подробно разные направления деятельности и, соответственно, решение разных проблем успеем обсудить. Пока предлагаю перейти к опросу. Мы спросили у гомельчан, как они оценивают уровень создания безбарьерной среды. Давайте посмотрим опрос. Не все еще. Очень много где нет, конечно, вот этих пандусов. Но очень много чего сделали, я считаю. В организациях, в банках, например, сделали. В поликлиниках еще не всех сделали, но тоже стараются сделать как-то. Я думаю, что люди волнуются, переживают. Это важное дело такое, нужное. Ну, я думаю, что делается все возможное в пределах финансирования. Если бы я была инвалидом, тогда можно было бы оценивать с точки зрения практичности. А так я ничего не могу сказать по этому поводу. Да, мне кажется, вообще ничего не делается. Где вы видели, что что-то делается? А? Я не видел. Высокие бордюры. Не во всех магазинах можно заехать. Или места мало для колясочков. Это еще коляску ввести детскую тогда. А так нет, мне кажется, нет. Надо, чтобы делалось. Очень надо. Очень надо. Это живые люди. Сейчас пока очень-очень неудовлетворительно. Работа только в зачаточном состоянии. Ну, только есть, ну, можно обратить внимание на новостройки, вновь строящиеся объекты культурно-бытового или банки назначения, ну, учреждения государственные. А вот за вашей спиной два суда Центрального железнодорожного района. Где здесь безбарьерная среда? Никак. Во-первых, у подъездов не у всех есть под эти подъезды, что они могут спокойно заехать. В подъездах, наверное, не все люди на первом этаже. Это такая проблема, что нам ее быстро не решить. Ну, уже более-менее уже есть, смотрю. Но так я особенно не вникаю в эту проблему. Она не касается, так и не вникаешь. Ход въезда в магазины не позволяет им беспрепятственно въехать. Поэтому я думаю, что государству здесь надо очень много поработать еще. А вы часто видите на улице инвалидов в колясках? Не часто. Я думаю, поэтому мы не часто и видим их. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о деятельности областного объединения «Инвалиды-спинальники». Присоединяйтесь к нам, пожалуйста, мы ждем. Геннадий Григорьевич, к сожалению, улицы наших городов пока, несмотря на все принимаемые меры, еще далеки от того, чтобы назвать эту среду доступной или безбарьерной. По вашему мнению, что в первую очередь необходимо сделать для того, чтобы передвижение инвалида-колясочника сделать более комфортным? Чтобы сделать, да, передвижение более комфортным. Да, улицы наших городов и сами средства, городские средства транспорта, это как кровь организма человека. Вот как она движется в организме, так и организм реагирует на жизнь. Вот. Ну, много, конечно, чего, что делается на сегодняшний день в городе.
по созданию соответствующей инфраструктуры. Но, конечно, в одночасье, в один год эта проблема не будет еще решена. Нужно много чего еще делать. И качество этих работ, которые делаются, должно быть более, наверное, высоким. Не всегда все делается в соответствии с СТБ, которые приняты. Бывают нарушения, сознательные, несознательные, это второй вопрос. Но такие еще есть. То есть бывает, вроде бы пандус сделан, но не всегда человек в коляске может им самостоятельно пользоваться без посторонней помощи. Или поручни очень широкие, не хватает разлета рук, чтобы взяться, или угол наклона очень крутой. И опять же вопросы. То есть, а безбарьерная среда, она предполагает, что человек должен передвигаться без посторонней помощи. Вот. Проблему надо начинать из дома, в котором проживает человек в коляске. Если он не может выйти из дома и передвигаться, все остальные наши благие намерения, благие дела, связанные с барьерной средой, они останутся невостребованными. Поэтому вот первый вопрос – это выход из дома. И тут, конечно, очень большие у многих проблемы. Особенно в жилом фонде, который уже построен был давно, 20 лет и более, там, даже и помоложе дома, которые, они делались без учета потребностей безбарьерной среды. То есть человек, даже если в многоэтажном доме лифтом спускается на первый этаж, у нас еще вот есть такой непреодолимое на сегодняшний день препятствие лестничный марш от первого этажа до цоколя. Там 7 ступенек обычно. И вот это непреодолимое препятствие для многих настолько портит жизнь, что не решается никак этот вопрос. И здесь единственное... Почему не решается? Потому что угол наклона лестницы 23 градуса или процента, а по СТБ должен быть не более 12. Вот разница, это все. И ни один проект, ни одна проектная организация не возьмется выполнить проектные работы по изготовлению этого пандуса, потому что здесь идет нарушение. И вот как решить? Единственное решение – это установка электрических подъемников. Но на сегодняшний день это очень дорогостоящее оборудование, которое... Конечно, инвалид-колясочник один совершенно не имеет возможности приобрести. Геннадий Григорьевич, мы вернемся к этой теме. У нас есть звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, говорите, не прерывайтесь, вы в эфире. Добрый день. Добрый. У меня просьба к Геннадию Григорьевичу. Я инвалид второй группы. На почве повторного инфаркта я получил перелом шейки бедра. Целый год я был прикован к кровати. Потом я понял, в 2014 году я понял, что мне дальше, как на подмышечных костылях, дальше передвигаться нельзя. Поэтому я, обратившись с просьбой в ЖЭВ Костюковское и стеклозавод «Гомельстекло», значит, с просьбой помочь мне организовать напротив моего подъезда место для отдыха. Они отозвались положительно, и под размашистой кроной дерева толстого каштан поставили стол и поставили 4 скамейки. Но водители личных автомобилей, которые проживают в нашем доме, значит, вокруг этого отдыха места начали ставить свои машины. Моя просьба, обратившись к ним, не удовлетворена была. И поэтому я обратился с заявлением УВД в Омельского госполкома. Значит, заявление было адресовано в ГАИ УВД, где представитель ГАИ по фамилии Пашкевич виноват, Виктор Петрович, отказал моей просьбе, чтобы, значит, разрешил ставить машины и вокруг нашей стоянки. Но вместо отдыха, я имею в виду. Поэтому я в этом году из-за этих паров и выхлопных газов был вынужден провести первое лечение
значит, по скорой помощи в кардиологическом отделении городской больницы номер 4. Потом 3 месяца находился дома, и только меня сумел поставить на ноги госпиталь инвалидов войны. Поэтому будет просьба к вашему гостю как-то помочь разобраться в этом вопросе. Спасибо. Спасибо. Оставьте ваш адрес, пожалуйста, и номер телефона нашему редактору. Спасибо за звонок. Геннадий Григорьевич, хотите ли что-то прокомментировать? Ну, я постараюсь разобраться в этом вопросе. Все, что от нас зависит, и помочь этому товарищу как-то решить его проблемы. Спасибо большое. Давайте продолжим. Мы с вами говорили о проблемах, которые есть сегодня в создании безбарьерной среды. Не становятся пока электроподъемники более доступными, к сожалению. Каким должен быть лифт на пешеходном переходе? Они должны появиться в Гомеле у нас скоро. Это важно для инвалида-колясочника, подобное приспособление? Ну да. Один пешеходный переход, который был около кинотеатра «Октябрь», он сделал без этих подъемников. И те пандусы, которые там приспособлены, конечно, они не соответствуют нормам СТБ. И даже с посторонней помощью там проблематично, чтобы человек или спустился, тем более поднялся туда, в этот переход. Потому что там только с одной стороны поручни. А попробуйте вот одной рукой это все под таким углом наклона подняться. Это же не 2, не 3 метра. Там длина очень большая. Поэтому это сложно. Вопрос подъемников. Тоже мы обсуждали этот вопрос в нашей организации. Вот скажите, вот насколько вы думаете, менталитет наших граждан позволит этим подъемникам просуществовать? Если они будут просто открыты для общего пользования, и не как-то их могут просто разобрать или сломать, или еще-то что-то. Поэтому тут, конечно, это дорогостоящие все эти услуги, но какой дадут они эффект, для нас, конечно, проблематично. Оценить, что это будет... Для нас было бы проще переход, как был, так и есть. Потому что спускаться под землю, потом подниматься, это при том, как это сделано, люди, наверное, не смогут в инвалидных колясках. И мамам тоже проблематично. А если это произойдет, поскользнуться, травмы там, там тоже эти пантусы сделаны не совсем правильно. Поэтому, хотя мы говорили и обращались, чтобы почему на стадии разработки проектной сметной документации не проконсультироваться с теми, для кого это делается, то есть с такими организациями. Мы вполне могли бы квалифицированно ответить на эти вопросы на том этапе. А теперь вот мы можем столкнуться с тем, что будут, если какая-то травма произойдет, и начнем потом героически исправлять это все дело. Опять дополнительное финансирование будет, и еще там какие-то вопросы будут, и ответственность, и все. Ну вот интересно, какие же барьеры мешают прислушиваться к мнению людей, которым действительно это жизненно необходимо? Ну, я считаю, что в решении любой проблемы должны участвовать все заинтересованные стороны. А если для инвалидов все делается без их участия, это всегда будут какие-то нарушения или недоработки. Это не потому, что это сделано специально там, или что-то сэкономили, или еще что. Просто здоровый человек не может в полной мере оценить потребность человека с инвалидностью. Поэтому надо обязательно приглашать представителей общественных организаций инвалидов для того, чтобы проконсультироваться вовремя, чтобы сделать качественно. Мы не настолько богаты на сегодняшний день, чтобы допускать какие-то нарушения и потом это делать, исправлять. Поэтому надо продумывать все до мелочей, чтобы делать так, как это должно быть. Геннадий Григорьевич, ну а как вы вообще находите, какие варианты решения? Когда знаете, что ведь никто от травмы внезапной не застрахован. Человек любого статуса, любого возраста
может оказаться завтра в коляске? И как выйти из дома? Какие вот вообще существуют варианты? Если этот дом старый, ничем не оборудованный, естественно, никакими приспособлениями, с этим, с этой самой лестницей, которую вы описали, то что делать? То есть это только можно надеяться на близких людей, да, которые помогут, вынесут, поднимут коляску, только так? Ну, тут есть два пути. Один путь, вот который мы с самого начала говорим, что если существуют барьеры, и мы не можем их устранить, значит, мы должны научиться их преодолевать. И вот для этого проводятся у нас сборы по активной реабилитации. Вот Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников проводит такие сборы, где люди такие, их учат, как это преодолевать бордюры, лестницы и все остальное, чтобы не нанести себе травму и быть по максимуму коммуникабельным. Это первый путь. И второй путь, конечно, это то, что должно государство все-таки заниматься проблемой создания условий безбарьерной среды. Раз мы декларируем это, значит, мы должны это и выполнять каким-то образом. Ну, для этого, я же еще раз говорю, конечно, существуют государственные программы, уже третья сейчас реализуется, и много чего в ней делается для этого, и сделано, но много еще проблем осталось, поэтому нужно их совместно и решать. В последние годы происходят серьезные подвижки в решении этого вопроса. Надеюсь, что как-то будет эта проблема решена. Геннадий Григорьевич, есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. У меня три вопроса к Геннадию Григорьевичу. Пожалуйста. Первый вопрос. Значит, насколько удобно пользоваться инвалидом-колясочником пандусами, либо подъемниками, независимо, механические, электрические. Второй вопрос. Должно ли государство, так как мы все работающие люди отчисляем налоги, поддерживать своих инвалидов как государство? И должно ли государство субсидировать или помогать даже некоммерческому или коммерческому строительству в организации вот такой безбарьерной среды? И третий вопрос. Люди, ну или которые являются инвалидами, проживающие на первых этажах зданий многоэтажных, имеют ли они или как желание такое, чтобы расширить балкон для организации собственного спуска, ну, для организации подъемника. Все, спасибо большое. Спасибо за вашу заинтересованность, Геннадий Григорьевич. Ну, первый вопрос касаемо использования колясочниками пандусов, да. Ну, должен сказать, что качество пандусов еще часто бывает требует лучшего. То есть все-таки не везде еще мы делаем их под нужным уклоном и нужной ширины. Поэтому здесь еще мы, наверное, сейчас на том этапе, когда вот именно должна быть общественные организации должны вот это решение этой проблемы участвовать. Потому что все СТБ существующие, они везде прописано это. Но нужно приучить еще специалистов на стадии проекта сметной документации, заказчиков, подрядчиков выполнять это все. Это должно быть беспрекословно. Даже, да. Мне кажется, и настолько, чтобы об этом было стыдно кому-то напоминать. Геннадий Григорьевич, ну а что касается каких-то вариантов решения привлечения государственных средств, инвестирования коммерческих проектов, есть ли вообще такие примеры, рассматриваются ли подобные идеи, вот, которые предложил наш телезритель? Ну, вообще сейчас по законодательству все новое строительство, оно без создание условий безбарьерной среды не должно приниматься в эксплуатацию. То есть новое строительство, когда происходит капитальный ремонт или реконструкция каких-то зданий или помещений. Да. Геннадий Григорьевич, если мы говорим о старых домах, где это не было предусмотрено, где действительно нужны какие-то радикальные меры к тому, чтобы
сделать этот выход безбарьерным. Есть ли у нас подобные примеры, возможно ли это? Я не думаю, что люди, которые живут на первом этаже, ну, разные бывают подъезды, разные бывают возможности у людей. Да, здесь это настолько болезненный это вопрос. И сколько вот моделей различных домов, и каждой надо по-своему как-то подходить к какому-то решению. Да, иногда находят решение такое, что узкие лестницы, и невозможно там ничего, ни пандус установить, потому что жильцы против, и ширина не позволяет. Или там другие какие-то вопросы. Если человек проживает на первом этаже, то да, иногда находит пути и выводят, делают пандус из балкона. Но если человек живет на выше на этажах, тут уже это особо не сделаешь. Тут вот и говорить, да, не о чем. К сожалению, уже не так много времени остается до окончания нашей программы. Я бы хотела услышать ваше мнение еще по одному очень важному вопросу. Сегодня и здоровому человеку бывает тяжело найти место работы. Инвалиду во много раз сложнее. Мы видели это в сюжете. Геннадий Григорьевич, есть какие-то у вас предложения? Может быть, наниматели не всегда знают о тех преференциях, которыми они могут пользоваться, если берут на работу инвалида-спинальника. Как вы стараетесь к этому подойти? Ну, да. Коммерческие структуры или большие предприятия, они не особо хотят участвовать в найме и трудоустройстве инвалидов. Я имею в виду инвалидов-колясочников. Мы нашли единственный, считаем, на сегодняшний день путь, по которому мы пошли, нашли поддержку и в государственных структурах. Это создание таких рабочих мест в бюджетных организациях. И вот первый опыт, это у нас, мы создали несколько таких рабочих мест. Первое, это в областном госпитале инвалидов войны. Второе такое место в областном РЭК. Еще два инвалида-колясочники устроены в ЦСОНах, центрах социального обслуживания населения Центрального района, Новобелевского района. Два колясочника работают на нашем предприятии. Но вот именно надо идти сейчас по этому, наверное, пути в рамках государственной программы по трудовой адаптации инвалидов. Тут тогда интерес и нанимателя к этому вопросу, потому что компенсируется заработная плата и налоги, которые платит предприятие или организация государству, и поэтому появляется определенный какой-то интерес. Ну и нужно государству, я считаю, поддерживать более активно предприятия инвалидов. Только благодаря им, наверное, многие получают вот работу, и если мы загубим вот эти предприятия, потом сложно будет восстановить что-то. Но сегодня им очень сложно реализовать свою продукцию в первую очередь, даже имея те преференции государства, которые есть, но которые не покрывают тех расходов и затрат, которые несут предприятия в своей работе. Геннадий Григорьевич, а на ваш взгляд, ребенку с инвалидностью, ребенку в инвалидной коляске лучше ходить все-таки в обычную школу и справляться со всеми этими испытаниями, которые это для него предусматривает, или лучше остаться дома? Ну, здесь, наверное, однозначного ответа, наверное, тоже нет, потому что нужно индивидуально смотреть состояние здоровья, в первую очередь, этого ребенка. И тот микроклимат, в какой он, может быть, попадет, находясь в классе в этом, может быть, ему там будет в несколько раз сложнее находиться и психологически, и физически, чем находясь дома. Поэтому нужно смотреть, наверное, по состоянию здоровья, наверное, конкретного этого ребенка и оценивать это все. Вот у нас был круглый стол вот, недавно в рамках этой миссии ООН по образованию. Поэтому председатель общества глухих сказал, что нам более комфортно нашим детям находиться в своем кругу, потому что мы можем общаться. А мне бы очень хотелось, чтобы были мы все-таки в обществе, и были мы все вместе и не разделяли бы никого. Спасибо вам большое за сегодняшний диалог. Пожалуйста.
Председатель областного общественного объединения «Инвалиды-спинальники» Геннадий Золотарев сегодня был у нас в гостях. Спасибо за то, что вы были с нами. До свидания.